Работы идут по графику. Детский сад будет открыт в срок. Глава Магнитогорска Сергей Берников осмотрел, как идет реконструкция здания на улице Доменщиков и прилегающей к нему территории. Помещение станет филиалом детского сада номер 150 и 150-м зданием в Магнитогорске, предназначенным для пребывания детей дошкольного возраста. К реконструкции этого здания приступили еще в августе. Сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%. Кирпичные веранды указывают на места расположения прогулочных площадок. Игровое оборудование на них пока еще не установили, а вот озеленение уже провели. Это кустики мы посадили, да, они это высажены. Вот как-то бы сделать, чтобы при благоустройстве сейчас их не вытрубили. Они вот еще чуть-чуть, сейчас их не видно будет. И их... Что-то подумать, да, как-то оградить. Требования, которые чаще других озвучивает Сергей Берников, выполнять работу качественно. Глава города согласен. Реконструкция зданий и прилегающей территории в холодное время года добавляет подрядчику забот. Однако все проблемы решаемы. Здесь здания полностью реконструировались, остались только капитальные стены, полностью переоборудовывается здание, утепляется, ставится новое детское оборудование. Вся проводка, все инженерные сети, все полностью демонтировалось и все становится полностью новое. Внутри здания полным ходом идут отделочные работы. В этом помещении некогда располагались учебные аудитории психологического факультета МАГУ. Теперь пространство перепланировано под 5 групповых ячеек со всеми необходимыми детскому саду кабинетами и залами. По графику мы ставим задачу 15-20 числа. Чего? Ноября. Для внутреннего оснащения садика уже закуплены мебель и игрушки. Отдельного номера учреждение иметь не будет. Станет филиалом расположенного неподалеку детского сада номер 150. Новое здание сможет принять 85 дошколят и в значительной мере решит проблему нехватки мест для детей ясельного возраста. Это две группы для детей раннего возраста до 3 лет и три группы старшего дошкольного возраста. Мы планируем одну из них сделать коррекционную для детей с нарушениями речи, дабы снизить очередность именно детишек, которые нуждаются в специальной помощи коррекционной. Запись в реконструируемый детский сад по улице Доменщиков уже открыта. 80% мест в нем заняты. Примерно в такой же степени решен и кадровый вопрос с воспитателями, их помощниками, кухонными рабочими и медперсоналом. Не хватает только опытного логопеда. Рассматриваем кандидатуру любого возраста, ограничений нет, чтобы был на самом деле специалист, поэтому на сегодняшний момент люди уже проходят медицинскую комиссию, четко подобраны кадры, профессионалы и знающие свое дело. Сдача учреждения запланирована на конец ноября, начало декабря. Градоначальник не высказал серьезных замечаний в адрес подрядчика и в целом остался доволен увиденным. Ирина Тимофеева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.